Интеллектуальная транспортная система – это программное обеспечение для города. С ее помощью настраиваются светофоры, отслеживается график работы общественного транспорта, идет мониторинг пробок. Разговоры о внедрении такой системы в Кирове шли давно. И только сейчас появился официальный контракт на 262 миллиона рублей. Но его сняли с торгов. Такое бывает, заявил экс-директор кировского АТП Денис Пырлок. Закупку отменили еще до начала аукциона. Конкурсы, которые уже неоднократно либо отменяли, либо переигрывали, либо вносили изменения по жалобам УФАС, это не редкость для нашего города. Напомню, что 3 года назад, до моего прихода в АТП, предыдущим руководством также была подана документация, которая затачивала конкурс под определенную марку и модель автобуса.